Вы на канале Energy War 360. Сегодня у нас будет Майнкрафт выживание, часть 4. Ой, 5. Я не знаю. И в этой части я хочу вам кое-что показать. Это наше уже очень давно. Что у меня это? Удочка. Конечно же, добудем. Ладно. Удочку. В этой серии я, дорогие друзья, хочу кое-что осветить. Дорогие друзья, хочу осветить. Вы, наверное, спросите. Сейчас я вам покажу. Хоть ты хорошо, но не огонь. Скажите жесть. Друзья, у нас блоки есть чуть-чуть. Можно покушать. Thank you.
Мы ищем портал. О. О. Железо тоже хорошо. Так. Где наш портал? О, библиотека. Удача! Сейчас. Сюда. Так, да, нужно туда. Опи. Сейчас бы меня взорвал крипер уходит. Не понял. О. Ой, нет.
Ну. Ладно, чуть-чуть здесь. Посветили местность. А теперь пошли домой. Так. Так, друзья. Сюда. Вот, друзья, я уже потерялся. Еще один сундук. Высоко. Так, да, друзья, мы идем правильно. Все. Я испугался. Ура, друзья, идем домой.
такое вот было у нас сегодня видео. Мы вот добыли вот такую книжечку. Удача. Мне это нравится. Могу зачаровать теперь железную кирку. Вот. Добываю алмазы, и мне куда не один алмаз, а несколько. Видели вы, что я нашел. Но это до этого видео еще очень давно. Может, здесь прокопаемся. Ну, ничего такого, ладно, друзья. Пошли. Конечно же, я пойду уничтожать дракона. Видео. Я, конечно же, буду снимать видео, да? Как я буду уничтожать этот дракона. Нашу я портал. Сюда и далее туда. О, дождь пошел. Давненько у меня здесь, дорогие друзья, не было дождя. Десятая даже не заметила. Боже наш. Ага, это место. Ну все, друзья. Я хочу просто моего дерева добывать.
Лиза. Это Сеня-паук. Так, ладно, друзья, на этом мы серию будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, пожалуйста, поставьте лайк, не забывайте про комментарии, пожалуйста, подпишитесь на канал, это обязательно. Всем удачи и всем пока!